Всем огромный привет вязальщицам мира вязания. Будь вы подписчиком или просто гостем канала, который решил заглянуть и посмотреть, что же у нас здесь происходит. А здесь мы с вами вяжем и вяжем, показываем свои труды, свой опыт делюсь. На канале «Вязаная Джизи» Джульетты К. Вы можете найти все, что вам интересно. И сегодня я предлагаю с вами разобрать такой вариант, как вы увидели, способ из названия «Прибавка петель в лицевом ряду без дырочек». Дошла я до этого способа самостоятельно. Не знаю, существует ли он уже давным-давно, и им пользуются многие вязальщицы. Ну, я как-то, когда начала вязать вот этот свитер кокеточкой, да, он скоро будет, я немножко уже открываю занавес. Этот свитер кокеточка будет у меня на канале, будет МК. Когда я его вязала, чтобы... Видите, камеру что-то он снижит. Когда я вязала этот свитер, то я хотела, чтобы не было нигде дырочек, а вязала я вяжу по кругу лицевые ряды. То вот именно благодаря ему я и пришла к этому методу. Давайте об этом, а то я очень длинное вступление, вы меня извините за такое длинное вступление. В общем, у меня тут образец, я чуть-чуть его подраспустила, чтобы было вам на чем показать. Итак, берем, вяжем полотно, да, я здесь делала прибавочку. Если вы видите, напишите, если не видите, то я сейчас расскажу. Прибавочка вот сделана, видите, ну она аккуратненько, не растянула полотно, видите. Поехали дальше. Давайте сделаем прибавочку вот в следующей, к примеру, в петле, да. Провязали, и теперь мы подхватить должны вот именно эту стенку, но сзади. Смотрите внимательно. Вот, видите, я завела спицу под низ, отодвинула, и теперь с вами провязала. Вот, получилась петелечка, как видите, да. Сейчас еще чуть-чуть пропущу, так чтобы... И делаем еще раз прибавку. Смотрите, как вам удобно, да? Я вот отдалю. Вот, я засунула спицу, вытянула и вывела. Вот. Теперь провязываю еще парочку и еще в приближенном варианте вам покажу. Смотрите. Вот. Вот. Вот, видите, уже даже видно, что нету никаких дырочек. Утолщается наш ряд, но дырочек у нас нету. Давайте еще раз. Погода меняется на улице и гуляет свет, так что приношу сразу массу извинений за этот казус. Так, давайте что-то тут растянуто. Это образец все-таки. Вот, берем вот так. Вот, видите, отодвинули. Петля уже провязана. И провязываем ее, и она получается аккуратненько, чуть-чуть расширилась, но не намного. Сейчас продублирую еще один разочек. Провязали петлю с нее под низом, вытянули, вот, вот она, видите, петля с предыдущей, и ее тоже провязываем вот так. Сейчас я вам специально провяжу лицевой ряд и покажу, что же получилось. Такой вот коротенький МК специально для вас. Вот, видите, я лицевой ряд, изнаночный ряд провязала. Вот, нету дырочек и практически визуально не видно, что было провязано, да. Прибавки были сделаны, то есть аккуратно получилось. Мне очень нравится такой вариант. Я надеюсь, вы будете пользоваться данным методом, и вам тоже он понравится. До новых встреч, до новых включений. С вами была ваша Юля. Очень рада, что вы ко мне заглянули.